Всем привет! Приехали на рыбалку с батей на Аку. Еле проехали. На ночевку вам батя паркуется. Вот я застрял. Сейчас машину разгрузим, будем вытаскивать. На ровном месте просто раз и зарылся. Сейчас разгрузим, песка море. Места отличные. Будем делать лагерек. Разбирать лодочки, все вещи. И так далее. Но буду вас в курсе держать, что да как. Вон сколько всего. Как тут застрять можно было, непонятно, но тем не менее. Ну вот, мы более-менее собрались спустя 2 часа. Ну, наши вездеходы. Вещи все собираем. Готовимся к рыбалке вечерней. Вот наши лодки. Одна Solar 380 Merc 9,9 Light, 169 кубиков. Это батина лодка Reef, Triton 360 с мотором Hidea 9,9, она же пятнашка. Там 246 кубиков. Все будем пробовать, тестить, смотреть. По ходу будем делать видео, рассказывать, что да как. Нравится, не нравится и так далее. Доброе утро. Наступил наконец-то рыболовный день. Вчера пока собрались, пока лодки все собрали, мотор завели. Все это время много ушло, быстро все стемнело. Появился туман. Подустали за весь день. Да и немножко покемарили. А сегодня вот выехали ловить наконец-то. Батя куда-то уплыл далековато там. Что ж, попробуем половить окуня. Глубина здесь небольшая, всего лишь где-то метр. Природа отличная, природа, погода тоже замечательная. Ну что ж, начинаем ловить. Друзья, первая поклевка. И вот приносит на такого полосатика мне. Нашел он весь какую-то точечку непонятную. Не знаю, что это за точечки такие. Вот такая поклевочка, такой полосатик. Друзья, еще одна поклевочка. И вот он, красавчик, полосатик. KTH Swing Impact. Виолет 2 дюйма рулит. Еще одна поклевка. И еще один полосатик. Отлично. Ну, к сожалению, ребята, блин, не получается поклевки снимать. Но вот пока что так как-то. Еще одна поклевка. И вот он, окушок. Отлично. Ну вот, еще одна наглажденная поклевочка. Еще один полосатик. Замечательно. Батя ко мне приплыл. Тоже хочет окуня половить. Ловим. Утро уже. Отлично все. Прекрасно. Вот такая вот плывет красота. А глубина там всего лишь 3 метра. Василий Чапаев. Ну ладно, все это прекрасно, но рыбу надо ловить. Катаемся на лодках. Полдень. Мы собираем, только с рыбалкой приехали. Точнее, не рыбалка, а пытались обкатывать мотор, но что-то не очень получается. Глохнет постоянно. Может, смесь очень богатая, за смесь не держит. Трудно сказать.
Сейчас приплыли, перекусили. Ну вот, в чем дело, пока не знаем. Троит его, дымит, и он глохнет. Ну вот, сейчас бы меня до этого вообще завести не могли. Выкрутили свечи, поставили не родные свечи какие-то, которые нам там дали продавцы. Еле завели. Но эти свечи почему-то не держали обороты. Поставили родные свечи, сейчас также вот троит, но обороты держит, он не глохнет. Ну, пока не знаю, что происходит. Сейчас будем смотреть, пробовать. Опять выплывает, тут заглохли, не завелись. Пришлось буксировать. Ну, как-то так. Пока трудно сказать что-либо об этом моторе. Возможно, тяжеловато ему, потому что богатая смесь. Смесь он как бы на обкатке. Много масла налито, бензина. Разбавлено 1,25, по-моему, так вот получается. Ну, вот. Ну, посмотрим, что сказать. Естественно, рыбалка пока не очень получается. Больше всего обкатка. Ну ничего там, вчера ночью леща одного поймали. И не стал я снимать, что-то как-то так все быстро произошло. Окуней Семенса по утру штучки 10, наверное, поймали, тоже нормально. Машину выехали, вытащили точнее машину. Все нормально. Колесик подспустил, сейчас будем качать. Соседи вот к нам приехали новые. Я решил немножко посплавляться. Закинул джиголовку и стучу по дну. Тук-тук, тук-тук. Вот она бьет по дну как. Раз, подброс. Опять 3-4 стука по дну. Раз, подброс. Так вот было две поклевочки, но, к сожалению, я их не реализовал толком. Было мимо. Можно сказать и так. Опять раз, два, по дну. Сейчас пока жарко. В принципе, время 3:30. Жарковато, конечно. Градусов 27, наверное. Сейчас будет немножко прохладнее. Можно будет... Здесь глубина 1,4 метра. 3,5-4 метра где-то. Она меняется. Ну вот. И можно будет потом... На мель. Окунь немножко подолбить. Что-то хищник не хочет брать. Жарко, наверное, ему. Да и дневное время. Не его, наверное. Но все равно хочется, чтобы какая-нибудь щучка шальная или судачок попался. Но, к сожалению, пока безрезультатно. Ну что ж, буду продолжать. Может быть, что-нибудь да получится. Вступил вечер. Я решил потроллить воблером. Результатов пока нет. Не знаю, будут ли они. Не будут, ну, потроллить хочется, посмотреть, как да что. Красота какая на воде, отражение какое классное вообще. Лещ, скажем так, поклевывает средний, даже хуже среднего, скажем так, да. Окунь утром хорошо клевал. Поймали, засолили уже. Ну, вот. Вечером пока не пробовали. Сегодня тоже вечерком буду ловить окуня. Часика через два. Посмотрим, что из этого получится. Может быть, еще добавим к засолочке. Также ночью, наверное, будем посидим на леща, на фидер. Ну, это, скорее всего, отец будет делать. Я не очень это люблю. Фидеры все эти, по мне, как бы лучше спиннинг. Ну вот. Так что посмотрим. Ну, я вас буду держать в курсе дела. Так что все отлично. Наступил вечер.
троллинг успехов никаких не принес. Джиг тоже стучал по дну, течение сносило, джиган стучал по дну, тоже ничего. Сейчас где-то 8:30, мошкара, комары достали уже, ничего, попозже они отойдут. Пытаюсь на мели ловить судака на воблер, посмотрим, что это получится. Ну что ж, буду пытаться ловить судака. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Так-то темно вообще, капец. Вон, ничего не видно. Только фонарик включить поярче. Вот, воду стало видно. Муть. Лодку стало видно. Вон берег стало видно. Тестируем фонарик опять. Хорошо светит. Феникс HP30R. Далеко, вон мушкары, конечно, кошмар. Сейчас это дальнобойно выключу лампочку, и берега не будет видно. Опа, и все, берега не видно. А так видно. Ну все, буду ловить. Доброе утро. Решили плавить окуня. Вот такой первый. Второй уже красавчик. Будем ловить, пока туманчик, пока клюет окушок. На ультралайт. Резина, как всегда, моя любимая. KTH Swing Impact 2 дюйма. Будем ловить. Еще одна поклевочка. Где тут окушок у нас? Вот. Ушел. Нормально. Плыли. Наскочили на мель. Дальше тут не наскочили, а увидели. Так что, ребята, будьте осторожнее при езде на моторе. Вот плывешь, все нормально. А тут раз, и все. А до берега вон как далеко. Ну, бывают такие островки. И можем тут попрощаться с мотором. Если так умели на скорости налететь, и не только с мотором. У меня опять поклевочка. Что-то сидит такое, не пойму. Что это? Ну, тут как бы все понятно, да? Без комментариев. У меня еще одна поклевка. К сожалению, заснять ее не удалось. Но вот такой вот шнурочек. Клюнул. Спасибо тебе, родная. Сейчас будем вытаскивать и отпускать. Закончилась наша рыбалка. Собрались. Вот такой улов у нас. Ну, как обычно. Как обычно. Все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Будем пытаться выбираться отсюда. Тут такие дороги, как я сюда не заехал, я даже боюсь представить.